Дорогие друзья, мы продолжаем далее наш концерт. Мы продолжаем наш концерт. Сейчас на этой сцене появится человек, который также был дебютантом концерта в памяти Михаила Круга, который проходит каждое лето в Твери в этом году. И он вышел очень скромный, спел, но спел так, что понравилось всем. И у нас, собственно говоря, даже двух мнений быть не могло, когда стал вопрос, звать ли его или не звать. Конечно, звать. Встречайте, к нам из города Москва приехал Виталий Заиграев. Памяти Михаила Круга. Под ваши аплодисменты. Здравствуйте, друзья. Песня посвящения Михаилу Кругу. Ушел рано утром, блеснул на прощание аккордом, зарей под рассветом багряным, никак не залечить эту рану. Своими законами, как лист, переписанный нотами, прошло уже два десятка лет. Такого друга уже не будет, нет. Он про кресты и про централ. Он как будто богом веденный улетел, как ветер северный, улетел, как ветер раз и навсегда. Он как будто богом веденный улетел, как ветер северный, как ветер раз и навсегда. Как жаль, что уходят от нас друзья. Как жаль, но нам их вернуть нельзя. Горит холодным плачем в груди пожар. Это ноет моя душа. Как будто опять он снова соберет гостей. Тверской поэт, сыграй-ка что повеселей. Споем, подруга, споем с тобой, мой друг. А с небосклона споет и Миша Круг. Будет петь сегодня Тверь и вся страна. Жиган, лимон, девочка, пай и купола. Жизнь туда-сюда качается, его песня продолжается и не кончится, пожалуй, никогда. Жизнь туда-сюда качается, его песня продолжается и не кончится, пожалуй, никогда. Спасибо огромное, Виталий Заиграев, в памяти Михаила Круга.